Ну що ж, ось він і прийшов, другий вересень війни. Але цей вересень не просто бій, це бій за надію. Соотношення сил на полі бою різко ухудшає. Позаду 4 місяці випилювання російської артилерії та ППО, роздовбування складів та баз, руйнування її логістичних шляхів. Позаду 3 місяці прогризання мінних полів, 3 місяці виколупування русні із лісопосадок, опорників та окопів. Хтось обіцяв, що все буде швидко, але швидко не могло бути. Хтось гадав, що все провалилось, але все ще попереду. Збройні сили України на багатьох ділянках пробили першу смугу оборони рашистів, а місцями і через так звану лінію Суровікіна. Гарантії, що найближчого місяця буде повний прорив, ще поки що немає. У нього можна лише вірити, як у світову справедливість. І так само його потрібно наближати. У мінус рашистам працює так звана друга хвиля мобілізації, що відкладається з політичних причин, а також виведення з поля бою та демонстративне знищення керівництва вагнерівців. Крім того, на нашу користь працює також ланцюжок брехні, який доставляється до кабінету Путіна, де успіхи помножені на 10, а невдачі поділені на 20. Але найголовніше, ми боремось за свою землю, а вони за свої імперські амбіції. І якщо всесвітня справедливість таки існує, наш шлях до перемоги в вересні стане набагато коротшим. Так ми хороші, ми швидкі чи ми повільні, як ви скажете? У Столтенберга, скорее всего, осталась еще память прошлого года, когда были выделены 100 миллионов долларов на подготовку состава, и он воспринял это как уже готовность летчиков и получение самолетов. Потому он думал, что мы должны наступать с авиацией. Когда ему сказали, что авиации нет и еще не было, он очень сильно удивился, однозначно похвалил наше движение, тем более было много информации о том, что ни один натовский генерал даже не представляет себе, как можно двигаться без превосходства в воздухе и вскрывать укрепление врага, которое он готовил 9 месяцев. То есть для них это нонсенс, ну, естественно, для Столтенберга может быть тоже. Ну, а если по-серьезному, то те действия, которые провели мы за 3 месяца, они довольно-таки существенно нанесли вред российской оборонным позициям и российской армии. Мы отминусовали достаточно хорошее количество российских военнослужащих, отминусовали очень много техники и особенно артиллерийской арт-установок. То есть выполнили задачу, основную, первую задачу любой армии, которая в обороне. Уничтожение армии наступающего и противника-агрессора. То есть это первая задача была. А мы еще, выполняя эту задачу, или выполнили задачу вскрытия нескольких рубежей россиян. И сейчас уже, можно сказать, зашли внутрь, в середину их оборонительных укреплений. Уже где-то около середины, можно так говорить, если двигаться, допустим, не рассматривать движение на Токмак, а рассматривать движение в сторону того же Приморска, между Бердянском и Мелитополем. Все же будет зависеть от замысла главкома, от того, куда он поведет войска и как будет дальше проводить наступательные действия. Потому, можно сказать, мы уже середину однозначно прошли. Дальше проще. Проще имеется в виду по силам противодействия. У нас есть механизмы их уже отминусовывать и дальше двигаться. Потому, ну, это я в общем, конечно, говорю, по каждому направлению есть свои нюансы при принятии решений при тактическом продвижении очень много проблем, но если смотреть с оперативной, стратегической точки зрения, то выполнили серьезную работу. А генералы как раз смотрят, они на тактику сильно внимания не обращают. Они даже могут не заметить отсутствие самолетов. А потом, когда я уже это сказал, то есть потом, когда увидели, поняли, как мы продвинулись, и по стратегическим уже меркам они понимают, что мы действительно совершили довольно-таки серьезный ход.
Пане Романе, звичайно, головна подія була вчора. Оце напад невідомих дронів на Російську Федерацію, знищення літаків і так далі. І от сьогодні і Зеленський визнав, і там ще люди визнали, що це були українські дрони дальньої дії, власне, українська розробка. Яке має значення оця військова операція для подальшого? Это, ну вот мало кто обратил внимание, а дело в том, что уничтожение Ил-76 – это начало уничтожения воздушного моста в Крым. После нанесения удара по Крымскому мосту у россиян останется 3 механизма доставки военной продукции в Крым, ну то есть амуниции в Крым. Это корабли Черноморского флота, там уже работают спецслужбы по их выведению из строя. В основном это большие десантные корабли, их можно использовать как паромы. А второй вариант – паромная переправа в чистом виде, но она зимой не всегда работает, там довольно-таки большие проблемы по паромной переправе. И основная, одна из основных – это воздушный мост. А воздушный мост – это в основном либо Ан-12, который сейчас уже поскольку-постольку у россиян, а в основном это Ил-76, именно они создают вот эту переброску. И вот целью, уже я бы так сказал, такой стратегической целью как раз уничтожение этого предполагаемого воздушного моста. Потому были выбраны именно цели в Пскове, Ил-76, достаточно большое количество там их расположено. И нанесен, как и чем, ну раз выводят за скобки, допустим, потому что вся эта информация, которая есть в эфире, это пока еще... Это так называемый белый шум. Это специально это так делается для того, чтобы россияне дольше не знали, как, чем мы выполняем такого рода атаки. Хотя как минимум 3 механизма есть, они лежат на поверхности. То есть те же беспилотники, которые могут пройти 500-700 километров, типа «Бобров», вот, которые на Москву иногда заходят, они действительно по дальности 500-700 километров. Та же ракета «Нептун», только с увеличенной дальностью. А увеличить дальность «Нептуна» довольно-таки просто. Нам надо просто увеличить количество топливных баков. Зависит дальность в основном от наличия количества авиационного керосина, так как ракета идет на турбореактивном двигателе двухконтурном, а это практически самолетный двигатель, только маленький. А система наведения у него уже довольно-таки серьезная. Ну и третий вариант, который был показан главным управлением разведки, это работа ДРГ с беспилотниками прямого управления с малой дальностью. То есть и так можно выполнить задачи. Потому можно оставить в информационном поле такой информационный шум для понимания или непонимания нашим противникам. А для нас понимание, что у нас появились механизмы уничтожения россиян на дальности как минимум 700 километров.